Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодняшний ролик у нас посвящен зарубе стримеров. Сегодня ко мне на стрим залетел Goodbye, это топ-5 айкапа на данный момент, друзья. Он умеет играть, он может играть. Ну и что получилось с этих игр, конечно же, досмотрите эти каточки до конца. Также у Goodbye есть YouTube канал, также и у меня есть YouTube канал, я напоминаю. Ребятки, все ссылочки я оставлю внизу, обязательно на мой видосик, обязательно лайк. Комментарий хороший, понравились ли вам игры. Ну и, конечно же, подписочка, друзья, если вы здесь впервые. Также не забывайте смотреть разные другие видосы, которые у меня есть на канале, рубрики «А что если?», гайды и шорты также можете посмотреть. Ну, Goodbye также можете посмотреть, шортики интересные, вот тоже информативные. Но, если честно, вот у меня, да, русскоязычная аудитория, большинство немного непонятно будет, да, то есть он на другом языке немного вещает, да. Но тут, как говорится, я думаю, у меня есть аудитория, которая может и к нему подписаться. Ну и, как говорится, поддержать его также можно, друзья. Не забывайте, ссылочки я оставлю внизу. Ну и пожелаю, наверное, всем приятного просмотра, друзья. Обязательно поставьте лайк за старание. Кстати, там еще будут ставочки с его стрима, с этой игры. С этих игр, вернее. Ну, с одной игры, потому что поймете. Ну и что ж, друзья, пожелаю всем приятного просмотра и поехали! This is the future. Я мидр. Мидор. Но старый помидор. О, старый помидор. Спасибо за подписку. Глотари сидел, стримил. Ну да, за себя посадил человека, он стримил. Да, не дождались, но так долго ждем, дядь, тебя. Чересчур. Чересчур долго, дядь. И переагр... То есть не переагривается, прикинь. Печалька. Что-то проседаем. Крипов особо не берем. У него там крипов лопай попой. Well done. Ну, до ботла дожить. Будет хорошочка. Какой вид спорта любишь? Да, любой, который полезный, дядь. Любой, который полезный. Гусь говорит. Гусю привет, да? Гусь. Гусь? Добиваем, дядь.
Magic Stick, Healing Slay, вы там. Фига там. Ух, сейчас бы надамажил меня. Ой, как хорош. Все, погнали душить. Погнали душить. Души. Или не будем душить. Не, ну, конечно, отвратно стоять с ним постоянно. Крипы под щитами. Да-да, дядь, всем привет передаю. Душите, одному привет передал, все, начинается радиопередача приветов. Are you genius or what? Спасибо, дядь. Передаю привет, спасибо за подписку. Верт СД. Ох, этот зверь. Пойдет. Как ты, бро? Хорошо отдохнул? Дядь, ну если это называется отдых, там поспать 2 часа, ну, наверное, хорошо. Это иллюзия? Понял. Наверное, хорошо отдохнул. 8 арморов ДС, это, конечно, очень много. Че, пойдем прогуляемся, наверное. Пазы на джаге уже. Ничего себе. Че там, он орнет просто. И он уже орет, дядь. Он молодец. Ору. Ну, честно, не было умысла стилить. Я думал, уже не забираем. Но забрали все равно. Мы у Якубовича, конечно, крутите барабан. Почему шейкер всегда мид идет? Не всегда. Что ты взял, что всегда? Что-то лайны, кстати, сливают. Лайны сливают. Кверт СД, брат. Пока что фармим. Убежал ДСик. Ну, ДС такой, хитрый. Чебурек. Хорошо. Ничего себе там. Душит парик. Что они много знают. Чисто угомонил старых. Шкатулку, пожалуйста. Там в одной шкатулке 5000 рублей, а в другой какашка. Какую выберешь?
Давай я для тебя специально сделаю челленджи, дядь. В одной шкатулке какашка, а в другой шкатулке, короче... А в другой шкатулке будет копеечка, дядь, да? Сейчас, все, я загадал уже. Нет, не загадал, сейчас. Сейчас загадывай, дядь. Смотри, вот это один, вот это два. Какую выбираешь? Один, два. Какую выбираешь, дядь? Один, два. С колечком, видишь, вот на руке. Ой. Короче, ты же понял, да? Все, не котируется. Как будто поддавки какие-то. Че, пробежимся с хостой куда-нибудь? Не выиграешь никогда. Дядь, выиграем. Тик стоит. Сорян, дядь, это на науку. Даггер будет на ЕС? Нет, я не покупаю даггер на ЕС. Зачем? Даггер на ЕС это дно, дядь. Форстаф офигенно. В драку закатываешься под музыку. I wanna, if you know, if you wanna Tokyo. Вот это, понял? На самом деле, какой? Вот в этой руке был приз. Во второй. Там монетка была. I wanna, if you know, if you wanna Tokyo. Bring it on. Там вард стоит, блин, да? Пойдем, пусть пацаны фармят. Нет, не хочу. Я хочу какать. Ты хочешь какать? Можешь ли ты сказать, что занимаешься творчеством? Да, смело. Смелейшество, дядь. Так, я мид слил, да, рак, понял. Зато чуваки фармят что-то, да? Джага, я думал, успеет крутилку нажать. Боялся, что нажмет таки. Но мне надо чуть-чуть дофармить. Остается чуть-чуть совсем. Что делает третий скилл? Третий скилл дает тебе станы покруче. Жесть, там такая заруба кайфовая. Туда бы с эхо-слэмом залететь, но у меня, к сожалению... Ага, понял. Нету возможности. МПшки нету, ТПшки нету. Чем Warcraft на английском? Я так поставил, мне так хорошо, по кайфу. Видишь, когда я клэпаю, да, двойкой, они станятся надолго. Вот, чем... Сильнее у тебя тройка раскачана, чем тем дольше стан с первого, с ультимейта и со второго. Хорошо. Рад за тебя. Спасибо, брат, я рад тоже за тебя. Красава, дядь.
Чекер. Чекер. Че, погнали, суету наводить. Че я хожу, АФКш? На базу сбегаю, из ТПшки погнали. Спасибо большое. Не за что, дорогой. Будет желание, заходи. Опа. Хукшотик. Хорошо, не камшотик. Погнали, поможи делать. Ой, как там сладко все стоят. Понял. Ну это на вставочку, что я могу сказать? Неплохо. Крацубо. Тебе удобно, даггер через пробел, конечно. Эхо через пробел. А как по-другому давать? Через shift это дебилизм конченый. Так только отбитые челы делают через shift. Ты так всю комбу просрешь. И ульт просрешь, и комбу. Просто жесть. Куда ты спать лег уже? Тебе на завод скоро. Он сидит. Скоро будешь напильничком работать на верстаке. Спать он пошел. Он дает. А. Михалыч, Дулин ждут на заводе. Мужской любви. Да, прикольно, попробуем вот это. Мужской любви. Говно. Да? Мэ. Все, иди отсюда. Убери женщину отсюда. Давай, иди, пипися. Эй. Можно пройду, спасибо. Труха идет, дядь. Играл в Арик 3 на развитие. Когда-то давно играл, дядь, да. Когда-то давно играл. Где ты работаешь? В магазине. Самый красивый, но не менее полезный ульт какой. У Каолина. Не знают многие, как он работает, этот ульт. Вообще не понимают. Очень сильный ультимейт. Очень сильный ульт. С Юла забрал. Well done. For the tribes.
был done. Immediately was done. Чисто с Юла задушил. Шейкер с аганимом прыгает? Не, дядь. Чем больше камней, тем сильнее, дядь, надамажишь. Нуждающиеся бабушки и дедушки в магазин. Помогаешь ли им? Конечно, каждый день помогаю, дядь. Ты что думал? Что-то шутка тебе какая-то, что ли? Ну, типа, мало кто на самом деле просит какую-либо помощь там в выборе товара или еще что-то. Но если что-то просят, естественно, помогаешь. Это не только обязанность как работника, так и в целом по жизни надо как бы помогать старшим. Тем более таким же, который в преклонном возрасте. Так что не знаю, на что этот вопрос нацелен. Немножко не выкуриваю. Здорово. Просто пару вопросов хотел задать. Спасибо, я понял, дядь, приятно вот он. Просто мне очень часто задают провокационные вопросы, очень часто, при том, что стараются как-то задеть максимально. То есть, ну, такой комьюнити, такие люди. Очень часто задают именно такие вопросы, да, чтобы я там что-то, знаешь, ну, как-то понервничал или еще что-то. Вот я поэтому сразу на большинство вопросов, даже адекватных, смотрю с презрением таким, знаешь, ну, с опаской. Не с презрением, а с опаской именно, потому что... Ну, типа, для чего человек этим интересуется просто, ну, зачем ему это, то есть, зачем он эту информацию собирает, то есть, ну, для чего вообще в целом, понимаешь? Так что, как бы, ну, такое дело. Ух, там стрим-снайперы, брат, да? Просто хорошее настроение, я понял, дядь, нормально. Спасибо за понимание. Хорошо.
Опасно, дядь. Ой. Сорян, дядь. Ты меня видишь в чате? Нет, не вижу, брат. Что там случилось у тебя? Шейкеру, Актарин или Тараска? Ну, Тараска дает ему сразу плюс 200 урона, по-моему, со второго. А Актарин дает КДшки. То есть там тотем 3 секунды КДшится. Можно из стана долго не выпускать. Пойдем их ослэм ложить, пацаны. Сапа нет, но вы держитесь. Нет, брат, нет тебя тут. Опа! Опа! Он меня ждет, я его жду. Гениально, брат. Буризу, да ну. Оу, ноу. Ладно, го на базу. Какой скильчик сюда. Оу, ноу. Есть место на Next? Да, есть, брат. Есть. Ребята душат, конечно, мощные. Дабл килл. Мартра нарезает там. Ой, как я его сейчас ударю. Уф. Видели под амплификацией? Ой-ой-ой, я чуть следующий не сдох. My plan. Окей. Сделаем. Как вернуть обратно долг 20к, который я дал еще пару лет назад? Чел говорит, вечно нет денег, родственник.
Дядь, у меня 100 тысяч в долгах ходят. Меня челы, даже те, которых я с детства знаю, просто покидали и забили, и не хотят возвращать. Ну, типа, как? Никак ты не вернешь, дядь. Забей. Забей, никак ты не вернешь, дядь. Я тоже не могу вернуть. Хорош. Там все герои, которые жестко хп режут. Артуру. Ну, Артуру, да, закинись, и что он закинет, брат. Спасибо. Жестко, блин, там что-то пацаны напикали. Будет исполнено. Опять работа? Мне неведом страх. Здравствуй. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. My sight is yours. I'll look into it. What needs revealing? Пацаны напикали там. My sight is yours. All shall be revealed. I go unseen. What needs revealing? I'll look into it. Высадишь ХП, да не факт. Посмотрим, как будет. I go unseen. I'll look into it. I go unseen. I'll look into it. All shall be revealed. Let's see. Feel my wrath. I'll look into it. Let's see. All shall be revealed. I'll look into it. All shall be revealed. I go unseen. The Scourge. I'll look into it. I go unseen. First blood. All shall be revealed. First blood. Как приказ. Смерть верным. За веру и народ. Пусть гинет тьма. О чем вы просите меня? Почту за честь. За веру и народ. Во имя света! Почту за честь. Let's see. Let's see. All shall be revealed. Let's see. All shall be revealed. Их. Брассерочек. Хорош. Брассерочек тащит. Вот так вот. Будем его душить этими астралами просто. Пусть не фармит и все. Разменялся хорошо. Я ему батлыгу только что подарил. Спасибо за подписку. Ну я тут, по идее, в этой катке по КД буду фидить ему. ХП нету. У моего персонажика. Там батлышка уже. Совсем тяжко будет. Слабенько. Че там по рунам? Монетка. Заберем. Хорошо. Это турнир, брат, это турнир самый мощный. Я в шоке вообще. Стою, короче, на миду против самого лучшего игрока в мире, короче. Он вообще же что-то видел, задушил меня, как на профессионализме. Я вообще в шоке. You can do it, брат.
У него там уже 5-й левел, бро. Чекай. 5-й левел. Нифига там меня гангать пошли, бро. Отойду. Антони, вчера играли. Каждый вечер, брат, играем. Не только вчера. На 6-м левеле я пакеды буду фит. Не, я не буду ничего покупать, в батлыгу пойдем. Есть что. В батлыгу пойдем. Понял, понял. Все, понял, дядь. Твоя руна. Твои законы. Кстати, мог сейчас убить меня. Панчнуть просто и все. Будет исполнен. Е, блять, мне чуть-чуть смотрю. И народ, как прикажет. Мое сердце жаждет битвы. Во имя света. За веру и народ. Будет исполнен. Как прикажет. Будет исполнено. Ну вот, дядь, немножко вот, видишь как. Я ухожу. Хорош. На Сларке был. Не был я на Сларке, дядь. Что ты взял? Ай, дед. Промахивается. Найс, на ТП-шку нафармили, 6-й левел есть. 900 хп! Вообще, офигеть, да, брат? Нифига себе, мощный, брат, 900 хп. My sight is yours. 900 хп, брат. I shall be your eyes. Let's see. I go unseen. Revealing. My sight is yours. I shall be your eyes. I'll look into what needs revealing. All shall be revealed. My sight shall be your eyes. I go unseen. Дядь, а сало дать? Ты без сала, что ли? А, я понял. Все, дядь, понял. Тут понятно. Гринч, а чё ты сало не берешь? Чё, плохая способность, брат? Сало взял бы, забили бы сейчас изи. Жесть ты, конечно, дядь. Я не даю астрал, чтобы мы с тобой с руки били, а ты как-то сало не качал. Поняли? Через 1-3 играешь? Нет, дефолт. Дефолт играю. Жаждет битвы. Почту за честь. За веру и народ.
На город наших братьев напали враги. Как прикажет. Будет исполнен. Да свершится правосудие! Почту за честь. Будет исполнен. За веру и народ. Как прикажет. Будет исполнен. Почту за честь. О чем вы просите меня? Как прикажете? И сейчас скажи, панч у тебя еще будет. Моя жесть. Мета. Вот сразу чувствуется метовый герой и не метовый. Тупо мета. Прокаст кдшится. 20 сек. Тупо метовый герой. Говорит, задача у него одна, дядь. Ладно тебе. Сейчас чуть пофармим, посмотрим. Тускар такой неприятный герой, да? Мета, что сказать. Метовый герой есть метовый герой. Так, рунку забрать. Хорошо. Не заберем. Мяу! Чисто взорвался, чувак. Через глиммер, наверное, придется играть. А он тебя под тэшку зайдет, убьет. Прям. Не лезь. И он же прям под тэшку зайдет, брат. А вой давно никто не играл. Ну, есть заказ героя, дядь, если есть желание, пожалуйста. Могу сыграть. Привет, удачный. От души, дядь. Нормально все. Кайфуем, бро. По кайфу, бро. Давно Blast не максил. Я обычно играю гибридно. В этой катке прям Blast замаксил. Пойдем вот тут жахнем. Чудо снежинка Тускара. МС, АС замедляет. Блин, не добью. Добью. Хорошо, добил. Сорян. What needs revealing? I shall be your eyes. What needs revealing? I'll look into it. Я по товарам буду работать, чуть одеваться. Имбу, да мне пофиг, я честно. Я и на пугне могу развалить. Но против Туска, конечно, тяжело в миду. Пугна тоже хорош, надо затерпеть. В начале Тускар очень сильный, это нормально. Сфидить пару раз это норм. Так что забей, ты чё? Ну, главное, чтобы вот эти лаги еще не доканывали. Так, ну, интернет, привет, передает так иногда. Если сейчас в лагах... Ну, я сейчас в лагах, походу, сдохну, да? Ну, герой не отходит даже. То есть... ублюдка, кусок. И, ну...
ну отпустили. Конченые лаги, просто жесть. Конченейшие просто. Ужас. Почему шейку Аганим не берешь? Ну а для чего, объясни. Неинтересно так. Шейку Аганим, дядь, изи катка. Зачем? Бери нормальные слоты, нафига Аганим? Возьми что-нибудь, Буризу, и играй в рулетку. Буриза пушка, все остальное кормушка. Пинта даггер, это хорошо. Город наших братьев будет исполнен. Почту за честь. За веру и народ. Будет исполнено. За веру и народ. Почту за честь. Ты еще не видел меня в бою? Хоста, понял. Жесть. Угомонили чисто. Топором по голове. В какой карте у пигны хилит союзника? 85-й. Самая одна задача, дядь. Второй спел Этериал стакается? Нет. Блин, жалко, у меня нету ничего, чтобы пойти соснуть, там, да, маны высосать. Там. Но этому ГГ смело. Я там не помогу. Ща, чуть перебазируемся, маны возьмем и погнали. Ну, я с Аганима начинаю, левел у меня слабый вообще, жесть. Там у Тускара, что, 10-й? У меня 9-й. Найкс сейчас с леса вышел. Как прикажете. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Почту за честь. За веру и народ. Мне неведом страх. Будет исполнен. Почту за честь. За веру и народ. Пусть сгинет тьма. Почту за честь. Будет исполнен. Ой, бро. Хорош. Пуши их туда. Как же Кент вовремя. Просто Алексей засолил. Красава. Жесть. На 83-й Урса под ультом БМ чувствует? Чувствует. На 85-й Урса офигенный. Mm-hmm.
I shall be your eyes. All shall be revealed. I go unseen. Our allies tell me help. What наших братьев на поле боя? За веру и народ. Будет исполнен. Почту за честь. Внемлю ваши слова. За веру и народ. Как приказ. О чем вы просите? Ой, нифига себе, это чё? Эй, это чё? А чё они тут делают? Опа, панчну. Давай, бро, армлет, тык-тык, армлет, тык-тык, дядь. Жесть, я на топ пошел, у них, походу, вот тут где-то вард стоит. Жесть. Жесть. Второй спел дискорд, да. Что-то вот где-то... Я руну забрал, и они сразу на топ все пошли. Просто, я не ожидал их там в это время увидеть, честно говоря. Реально не ожидал. Прям... Да-да-да, вард стоит, вон он, накат пошел. Накат пошел, вон он. И вардик стоит. Где-то вот, вот тут или вот тут опсы. Потому что там такие накаты, он сразу видит. Заговорили. Возможно. Но я, если честно, их вообще там не ожидал увидеть. Типа как бы, ну... По факту, они, ну, в другом месте должны были быть. У них просто вард стоит, они изначально ко мне пошли. Уже. Понимаешь, в этом смысл? Потому что увидели и уже пошли все. Так, если бы варда не было, туда бы никто не пошел. Я не ожидал, что вард там стоит. И аганим нужен срочно. Пока у Тускара немного, надо чуть повеселее играть. Глиммер дайгеры поехал. И стоял на коре, был, в дальнейшем будут игры. Но пару игр езди на коре играю, дядь. Но они не все удачные. Не все. Посмотришь там. Там много игр будет. Много игр. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. Как прикажете. Будет исполнено. Как прикажете. Будет исполнено. За веру и народ. Как прикажете. Почту за честь. Как прикажет, будет исполнен. За веру и народ. Будет исполнено. Внемлю вашим словам. Почту за честь. За веру и народ. Look into it. Okay, I go unseen. I'll look into it. Не могу направить. Но я из-за хитбокса кентавра не смог направить. То есть... это вообще так тупо. Но я грамотно закрылся, конечно, от него, но... Палкой закрылся, но... И курой прочекал, и палкой закрылся. Гоу, сало ему даешь, сало. Привет. Рега на топе, найс. Урса сожрал, да, покушал хорошо.
Хорошо покушал. Проигранная драка. Отпор дали. Отойди, отойди. Нет смысла уж. Найкс сожрет. Урса нифига себе там прыгает. Так, НС УГГ, да? Туск идет. Да герочек надо срочно, копеечки остаются. Чуть дагер. Вон он душит его, душит. Ультани на кинте, побежим. Он, скорее всего, уже ТП нажал, уже улетел. Улетел, да. И тоже даггер нужен. Прям срочно. Хорошо, дядь. Спасибо. Перекинет он, парень нормальный, перекинет в любом случае. Дядь, маны дай мне и лети со спокойной душой. Ой, хорош, зацепило, нифига себе. Задушили, разорвали. Такая простенькая, спокойная катка. Без агрессии, без всякой такого, знаете,
лютого прессинга. Просто спокойно все фармит. Глимерочек бы взять. Инорок. Будет исполнено. Почту за честь. Будет исполнено. Почту за честь. Как прикажете. Внемлю вашим словам. Будет исполнено. Как прикажете. Почту за честь. Глимерочек бы взять. Туда его. О, нифига себе, он там войдом раздамажил. Нормально, да? Пацаны душат. Две минутки, ребятки, и ждем. Че, как вам игра? Вроде нормально, камбэчим по чуть, пацаны. Как у вас настроение? Тараску сделать. Она незачем тебе. Она тебе не, ничего не даст. КБ сделай. Аркаша, про ИСТЛ скажи. А что сказать, дядь? ИСТЛ. В чем суть? Выигрываешь, получаешь очки, проигрываешь, ничего не получаешь. Ливаешь, минус очки, анманер, минус очки. Короче, если хорошо себя ведешь и хорошо отыгрываешь, ну, выигрываешь, да? Ну, не всегда, конечно, выигрываешь, вот. Получаешь очки, эти очки суммируются и выходишь в топ-20. Топ-20 формирует с топ-4 4 капитана. Эти 4 капитана выбирают из топ-20 игроков и играют. Команда на команду. Вот и вся дота, как говорится. Здорово, Пугна, как игра на Аркадии? Нормально, дядь? Смело.
А Иго скидывал, конечно, брат. That was my plan. Сейчас вернется. Аркадий, на 85 реген с Бладстоуна работает или нет? Ты реген... вроде говорил, не работает. Реген какой, уточни? Манарек или... Или какой? Какое, дядь? Мана или ХП рек? Уточни, пожалуйста. Мана реген работает, ХП реген нет. Все, я высосал все, что могу. Я бы. Понял, дядь? Если что, в чате напиши. Че ты задал бы вопрос в чате, я бы ответил, дядь. Вообще без вопросов. Ну да, мы должны, они должны были душить, но что-то не пошло. Тяжело. Сейчас до пятого дня обидно было подряд. Да, там, дядь, это нормально. Это нормально. Лузы это нормально. Пофиг, дядь. Играем же по кайфу. Что ты взял, что нет настроения? Сам решил так. Гоу, уехала. Мезубезу похилить бы только. О чем вы против? За веру и народ. Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете? Смерть неверным! За веру и народ. Как прикажете? Точняк, где? Сало просто, дядь. Был вин, дядь. Выиграли. На дагере уходить будет. Успел.
Это был байт, бро. Байт был. Да, красава. Жми БКБ-ху, у тебя же БКБ-ха есть, да, тебе и все. Эй, у тебя герой жесть как отхилится, дядь, если будешь бить. Кента подрезал. Я не бодрый. Ну, все, отстань от меня, если я не бодрый. Буква Ю. Привет, хороший стрим, прекрасный вечер. Ой, бро. Красава. Привет, хорошего стрима. Здорово. И прекрасного вечера. Спасибо, дядь. Спасибо большое. Ты сегодня у нас почти мажорик вечера, дядь. Отдыши тебе большое за поддержку. Сегодня ребята тоже много кто поддерживает. Спасибо, дорогой. Рад видеть тебя. От души, дядь. Гемчик уноси. Продано. Совсем понял твоего ответа по поводу куры и Аегу. С пятой можно с курой забрать Аегу? Нет. Че ты взял, что можно? Ой, сори. Сори. Почту за честь. Будет исполнено. За веру и народ. Будет исполнено. За веру и народ. На город наших братьев на... Дай на вставочку. Это на вставочку. О. Шесть. Ой. Опа, это все. И ульту, и байбек. Хорошо. Красава, но рампашку на вставочку сделал, ребят. Пойдет. Красава, дядь. Ух, как он панчит-то. Да БКБ жми, души. А, нет БКБ. Сейчас, видишь, доктор задушит. Ой, ВД. Красава. Души. Мезу-безу трипл сделал. Красава, дядь, лучший. Урну ему по КД, брат. Все, ГГ ему. С урны погибнет. Убить Хена любой ценой. Конечно, брат. Да нормально, рампагу сделали уже хорошо. Без рампаги никуда, брат. Рампага ультракил. Сегодня стрим такой у нас. Рампажный, ультракильный. Красота, блин. Дай пососу, дядь. Опа. Опа. GG. Хорош. Красава, бро, лучший.